привет! Сегодня 11 сентября, день города Валуйки. Так, налево пойдешь, в поляну сказок попадешь. Направо пойдешь, на литературную аллею попадешь. Так. Вон там он. Грамоты подписывают. Хотели у меня взять колбасу, но заняты. Времени, говорят, нету. О, пресса. Чтоб себе бы взять. Так. А почему бы и нет? Валуйская звезда. Так, я люблю Валуйскую библиотеку. Но авто что ее не любит. Он оригинальный стенд, да? Там он шашлыки готовят. Представительные органы. Блин, уже должно начаться праздник. Что-то нифига не начинается. Только вон недостроенное здание видно. Так, ладно, пойду схожу туда. Мимо казаков и полицейских. Так, тут он Насосовский район, Рождественский район, Колоскова. Блин, ну видно по всему, что люди репетируют. Он даже... Он Никольский собор. Лук от Семеев. Шилаевский округ, там Уразовский наверняка рядом где-то будет. Так, но он цифромаркет, место, где берут сардельки с Салтовского мясокомбината. Мы славим нам наших мастеров. Там вон дальше идут аптеки, Светлана, Скиф, Усть. А сейчас там батуты. Шиканка монет. Там вот детский кипелочек пицца. Да, такая раньше была Валуйская крепость. Лет 400 тому назад. Раскакивал там бумаги подписать. О, сюда. Давай. Это самое главное. Ма! Скажите, а голуби в какую цену? Я хэви, она метал. 250 рублей. 250 рублей? Этот стул, соловушка. Понятно. Да сейчас пойду деньги в машине возьму, может что-то куплю еще. Олег, кстати, почем стоит? Приехали. На стену, да? Да. Понятно. Так, ну где ж находится Украина?
хочется пообщаться на родной мове. О, Волоконовский район, интересно. Так я когда-то в Волоконовке, кстати, рассады торговал. Там еще купил игру Mortal Kombat. Так, там он пошли, он художники уже. Сберегайка. Ложки, ложки. Во! То, что я хотел увидеть. Валуйская баба. И плакат. Голосуйте за Юрия Клепикова. Завтра уже выборы. Ё-моё. 11 сентября. День региональных выборов. О, тульские пряники. Самый дешевый 100 рублей. Блин, сколько ж на пряников очередь, блин. Нигде, наверное, такой очереди нет, серьезно. Так. Ну вот и все. Считаю, что ярмарка закончилась. Дальше идет с праздником город. Все. Там идет базарчик. Рыбное место. И туда мне надо еще отнести колбасу банкетную со специями карри. Как-то так. Он касса железнодорожных вокзалов, где я ювелиром на третий этаж сегодня продал палочку финской. Ну как-то так. Так. На этом все. Всем спасибо за внимание. Удачи. С праздником, город Валуйки.